Доброго дня. Рюкзак должен быть на кладбище. Ты здесь? Хорошо. Сможешь украсть для нас немного еды? И это все? Это те, кто может сражаться. Прочие ослабели от болезни и голода. Что ж, надеюсь, этого хватит. Да скорее зимой сакура зацветет, чем мы добудем припасы. Найдем способ. Только такое, чтобы мои люди остались живыми. Там внутри много людей и сигнальные факелы на башне. Если из бухты придет подкрепление, мы окажемся в ловушке. Они порубят нас на куски. Найди место с хорошим обзором. Когда уберу факелы, нападайте. Тебя убьют. Если так, отомсти за меня и забери у них еду. Это не смешно. Жди моего знака с башни. Ну, как скажешь.
Eric Nassar. Зажгу для них огонь. Уже пора, Рюдзо. Надо накормить твоих людей. А где все припасы? В башне ничего не было. А ты что нашел? Труп монгола и какие-то свитки на их языке. Дай взглянуть. Читаешь по-монгольски? Если письмена китайские, разберу. Да ну! Я ведь Сунзы читал.
Здесь было временное хранилище. Они все увозят. По морю. В бухте их корабли. До них не добраться. Сюда же добрались. Ты безумец. Ну и что ты задумал? Давай-ка посмотрим, что там. Вытащили на берег лодки. Одну можно украсть, только путь преграждает их войско. Слишком много препятствий лучников. Нападать открыто — самоубийство. Я не хочу, чтобы мои люди приближались к врагу. Можно запалить порох горящей стрелой. Это привлечет их внимание. Но нам нужно, чтобы они не смотрели на берег. Выставь на том утесе лучников. Монголы отвлекутся на них, а мы украдем лодку. Они не знают, что мы захватили форт и ждут подкрепления. Но его не будет, так что у вас есть время. Отвлекайте их, пока мы не утащим лодку. А потом отступайте в лес. Факелом я подам сигнал к атаке. Не проморгайте. Поищем спуск к берегу. Рюдзо, все слышали? Идем. Мы тебя не подведем. Я вспомнил, как ты дрался на состязаниях у господина Нагао. Ради победы ты шел на все. Мы состязались. Ты тоже сражался жестко. Да? К чему ты клонишь? Ни к чему. Просто вспоминаю наш бой. Давай потом договорим. Если выживем. Твои люди должны быть на месте. Зажигай факел. Ну, парни. Я знал, что они смогут. Смотри, как горит! Я не могу.
Надо спешить. Возьми весло. Чудо, что нас не потопили. Всех отвлекли твои люди. Поищу еду. Ничего. Я не знал, что наш бой так тебя задел. Теперь знаешь. Тут нет. Стоило сказать раньше. Жизнь развела нас в разные стороны. Да и все это было очень давно. Здесь еды нет. Ты припасы нашел? Здесь нет. Может, на другом корабле? Слышишь? Их четверо или пятеро. Обходного пути нет. Удивим их. Здравствуй, славный корабль. Нам надо спешить. Ты? Отдал своим. Пошел! Дашо! Дашо! Трудным путем, значит? Еще монголы! Вперед! Если припасы не здесь, должны быть на другом корабле. Ищи здесь. Я пойду туда. Будь начеку. Oh!
Что у нас тут? Похоже на планы сражений. Надо найти Рюдзо. Здесь еды нет. Должно же быть что-то. Вся еда, которую у нас украли. Дин! Рюдзо! Сюда! Я не отступлю! Жить будет. Если б не ты, я бы расправился с этим монголом. Еще бы. Ты видал, какой он толстый? А мы-то гадаем, куда наша еда делась. Дожу! Наша еда сгорит! Рюдзо, надо уходить! Плавать умеешь? Есть выбор. Огонь все сильнее! Прыгай! Нужно спрятаться. Они до сих пор не отстали. Там впереди можно укрыться. Я обещал своим добыть еду и возвращаюсь ни с чем. Найдем другой способ. И скольких я за это время потеряю? Я отыскал кое-что полезное. Планы монголов. Пути снабжения там есть? Там точно есть карта. Уже что-то. Дай сюда. Мы пойдем вместе. Мои люди – моя забота. Сам справлюсь. Мне это нужно, Дзин. А ты нужен мне у замка Канеда. Я приду. Не дай им себя увидеть. И ты тоже.